Ну, что ты стоял там? Там он еще у него, там трудно вписаться. Надо было не по этой дороге ехать, блин, а по той. Ну, так я откуда? То же самое. Там же сказано. Ну, сказано. Та же, мы по той, по-моему, дороге, мы не по этой ездили. Надо 120, да. Надо еще туда, еще следующий поворот. За Рио туда, не перед Рио. Между этими. Здесь, блин. Рио Парасете. Попали, наверное. Во роще так роще. Вон там дорога лучше, мы же по такой не ездили. А нет, там нет, дорога не проходит. Там нет, там надо просто на следующий. А здесь выезд. Вон там следующая. А здесь тоже выезда нету. Видишь? За Рио, вон там. Не-не-не-не. Правильно, мы здесь и ехали тогда. Такая убитая дорога плохая. Тогда была хорошая. 400 метров нам налево. Налево? Ну, показывает стрелка, одна направо, чего 350 метров. Он же молчит. А вот это что? Там он. Ну-ка спроси у людей. Ага, это все Соловьиная роща. Вот здесь мы ехали. Ага. Так. Ну там что, и здесь? Мостик будет. Ну, едем дальше, да, едем. Ну куда? Ну едем, это все Соловьиная роща. А площадка сейчас вон туда улез. Добрый день! Вы не подскажете, где тут сегодня концерт у вас проходит? Площадка, где бывает концерт у вас? У нас в Соловьиной роще? Да. Ну туда проедете. У Лучана того, когда заезжаешь с той стороны. Ага. К мосту там ближе, какой-то мост есть, да? Да. Ага, спасибо. Ага. Во. Все-таки деревенская знает. А эти живут тут? Да, им да по фонарю, блин. Ага. Все концерты, блин, Соловьиная все, они ели. Роща, вон. Еле встали, проснулись нафиг и не понимают вообще. Соловьи, они никуда не ходят, блин. Ага. Это неинтересно все. Да. Есть у них ремонт, видишь, кругом, блин. Тогда была дорога приличная. А уже сейчас разбили, это ж когда мы ездили несколько лет назад. Так. Вон те деревья, а как к ним по-другому можно было проехать, наверное? Не знаю. Мы ж, да, по-другому, наверное. С той стороны, я ж тебе и говорю. В следующем повороте поверните налево. О, блин. Ну вот мы уже теперь выедем там. Так, подожди, а вон там какая-то площадка. Надо бы спросить, может. Подожди, тетки идут, спроси-ка ты, постой. На все, езды, поверните налево. Слушай, идем. Вот тут вот.